Всем привет! Сегодня будем рисовать Человека-паука. Для этого нам понадобится три цвета. Это красный, синий и черные цвета. Берем черный цвет. Сверху отступаем одну клеточку. Слева 10 клеточек. Рисуем 9 клеточек вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обводим и закрашиваем. Далее. Две клеточки по диагонали вниз. 1, 2. Закрасили. 8 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрасили. 2 клеточки вниз. Далее 1 клеточку вниз. Теперь от этой клеточки вправо 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. Закрасили. 2 клеточки вниз по диагонали. 1, 2. 8 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрасили. Теперь влево 4 клеточки. Теперь влево 3 клеточки. 1, 2, 3. Закрасили. 3 клеточки вверх. 1, 2, 3. Далее. От этой клеточки мы пропускаем 3 клеточки влево, на четвертый вниз 14 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Обводим и закрашиваем. Далее рисуем одну клеточку вниз и влево 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закрасили. 7 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 2 клеточки влево. 7 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закрасили. 6 клеточек влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрасили. 1 клеточку вверх. 14 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Обводим и закрашиваем. Теперь от этой клеточки мы рисуем 11 клеточек влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Обводим. И закрашиваем. Далее. Рисуем с этой стороны 4 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4. Закрасили. 2 клеточки влево. 8 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрасили. 2 клеточки по диагонали вверх. 4 клеточки вправо. 1, 2, 3, 4. 7 клеточек вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закрасили. Теперь от этой клеточки 1 клеточку вверх. 2 клеточки вверх. Далее 8 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрасили. 2 клеточки вверх по диагонали. Далее мы рисуем глазки. Спускаемся на 3 клеточки вниз. 2 клеточки вправо и рисуем 1 клеточку. Закрасили. 2 клеточки вниз по диагонали. Закрасили. 2 клеточки вниз. 1, 2. 3 клеточки влево. 4 клеточки вверх. 1, 2, 3, 4. Закрасили. Теперь пропускаем 1 клеточку вправо. Рисуем 2 клеточки вниз. 2 клеточки вверх по диагонали. 1 клеточку, еще одну вверх, 4 клеточки вниз и 3 клеточки. Закрасили. Теперь берем, отступаем 1 клеточку вниз от этой клеточки и рисуем 2 клеточки вправо, клеточку вниз, клеточку вправо, клеточку вниз, влево, вниз, 2 клеточки влево, 1 клеточку вверх, влево, вверх, 1 клеточку вправо и вверх. Все это мы закрашиваем. Закрасили. Берем теперь синий цвет и обводим 1 клеточку тут,
одну клеточку вверх, две клеточки вправо и одну клеточку вниз. Теперь соединяем здесь и закрашиваем. Далее одну клеточку вправо, вниз, вправо, две клеточки вниз и две клеточки влево. Закрашиваем. Также с этой стороны одну клеточку влево, вниз, влево, две клеточки вниз и две клеточки вправо. Закрашиваем. Теперь одну клеточку вверх, две клеточки вправо, клеточку вниз, вправо. И соединяем здесь. Закрашиваем. Теперь пропускаем две клеточки вверх и отсюда соединяем. Также и с этой стороны. Все это мы закрашиваем. Закончили. Берем красный цвет и закрашиваем всего человека-паука. Закрасили. Вот так у нас очень легко и просто получилось нарисовать человека-паука. Всем, кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!